Летние каникулы только не для претенденток на корону Мисс Минск. Уроки без выходных в две смены с утра и до вечера. Красоткам позарез необходима легкая встряска. Всем привет! Делу время, а потехе час. Сегодня никаких занятий. Мы отдаемся экстриму и шопингу прямо сейчас. Мне приятно находиться в компании столь прекрасных девушек. Сегодня мы немножко покатаемся. Вся трасса огорожена колесами. Старайтесь в колеса не врезаться, а также старайтесь не врезаться друг в друга. Заезд у вас будет 10 минут. Катаемся до красного сигнала светофора. Загорается красный сигнал, три светофорчика на трассе. Вам их прекрасно будет видно. Соответственно, отпустили газ и как можно медленнее заезжаем в техзону. Заплетайте волосы, чтобы они у вас распущены не были ни в коем случае. Под правой ногой у вас педаль газа, под левой ногой педаль тормоза. Все, катаемся до красного. Если все готовы, первые 8 человек могут подходить к шлемам на инструктаже. Любите ли вы экстрим? Главное, чтобы экстрим полюбил вас! Вперед, красавицы! Вам не привыкать к соперничеству! Победитель получит все! Это я называю экстремальным вождением. Вот это я называю живыми эмоциями. Вот это я называю волей к победе. Кто же приедет к финишу первой? Похоже, мне придется преподать этим чайникам мастер-класс. Езжай! Такое ощущение, что это была целая вечность. И там есть самая великолепная ямочка, которую ребятам стоит ее заделать, потому что весь позвоночник, по-моему, уже оказался в штанах. Маша, какие эмоции, впечатления? Супер, восторг, эмоции просто потрясающие. Таких эмоций я еще ни разу не испытывала. Море драйва, море эмоций. Мы старались не толкаться, но иногда приходилось обгонять кого-то, сжать на газ и только на газ. Машина – это хорошо, но лучшие друзья девушек – это... Девушки, вам по-прежнему нужны друзья? Да! Тогда вам в ювелирный магазин «Кристалл». Девушки, что выбрали вы себе? Вот это замечательное колечко и вот эти сережки. А почему цветочки? Вот я считаю, что они ближе к моей душе. Ну, главное, что в цветочках есть бриллианты. А я выбрала украшение такое с жемчугом, потому что, когда я его увидела, оно прекрасно, идеально подошло под мой наряд. А я выбрала кольцо с бриллиантом, потому что оно просто манило меня с витрины, и серьги с фианитом. Кажется, в ювелирном магазине наши красавицы чувствуют себя как рыба в воде. Стоит ли говорить, что девушки немедленно примерили на себя все, что блестит? Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Именно эту замечательную коллекцию украшений красотки продемонстрируют в финале конкурса. Благодаря генеральному спонсору конкурса «Мисс Минск 2013», ведущему производителю ювелирных изделий и бриллиантов Гомельскому производственному объединению «Кристалл», каждая из наших участниц сможет почувствовать себя королевой. Но уже завтра мы посвящаем весь день телевидению. Пока!